Всем привет, дорогие друзья, у микрофона Александр, и сегодня мы поиграем в игрушку. Ну, название вы, конечно, видите на экране, вот и в описании. Я не знаю, мне захотелось какого-то трэша поиграть, что-то на самом деле непонятное, интересное, может быть. Это как бы истории, которые требуется читать, вот, выполнять какие-то задания. Да, мне достался пак с этими играми, я такой, ну что, пора что-то делать с ними. Ладно, окей, пора приступать. Я надеюсь, если что-то надо будет замылить, я замылю. А если не надо будет замыливать, я не буду замыливать. Ладно, погнали. В игре девушки старше 18 лет. Окей, мы поняли, что в игре присутствует все в порядке. Все, окей. Сохранение слот. Давайте первый. Все на русском языке, озвучка тоже должна быть на русском. Вращайте кусочки головоломки, используя как левые, так и правые щелчки. Давай. Хорошо, наверное. О, блин, круто выглядит, кстати. Да, конечно. Смотри, вы можете повысить уровень способности. Давай. О, что здесь такое? Заглядывать благодаря этой способности можете увидеть кусочки головоломки, которые вы еще не были решены. Это хорошая идея проверять это время от времени, особенно когда вы застряли и не можете найти этот последний кусочек головоломки. Затраты маны на эту способность уменьшаются с каждым уровнем способности. Давай. Удар любви. А у меня нету. Активируется автоматически. А, вернуться так просто, на самом деле. Я думаю, интересно будет. Ты такой смешной. А где озвучка, Вроде было написано, что есть озвучка русская. Слушай, пошли к тебе. Воу. Не беспокойся, я не буду тобой пользоваться. Обещаю. Да уж, пользоваться. Головоломка решена, окей. Так. Загадки. А, это следует. Здесь вы можете просматривать изображение из всех ваших решенных головоломок. Окей, я понял. А как выйти? Дерево умений, девочки, мастерская. Вот все вернулись. Я думаю, или здесь есть какие-то шаги, которые нужно успеть сделать. Что там? Ой, мне на самом деле кажется, что здесь просто собрать. Ой. О, iPhone. Отлично. Кто-то скажет, что я с ума сошел, но... Такое сейчас смотрят, и это популярно получается. Оо, ура! А это ж та же самая. Так, я тебе сейчас нравлюсь? На самом деле, лицо может быть да, остальное нет. Я выгляжу слишком серьезно для тебя? Я не знаю, на самом деле, как ты в куме, как ты выглядишь. Не будь таким, по крайней мере, я пытаюсь. Каким? Я ничего не сказал толку. Головоломка решена. Окей, погнали. Так, загадка следующая. Давайте куми сначала решим. Ой, что это такое? Мы это не решаем. Оно как-то одинаково выглядит. Но то, что оно живое, это прям топчик на самом деле, прикольно. На самом деле есть интересные решения какие-то можно придумать по поводу этого, что вот двигается пазл. На самом деле это что-то необычное, вот. Хоть и стиль игры такой, ну точнее не стиль, а дизайн игры такой себе на самом деле. Хотя, ладно, кому как. Он интересный. Ну, ладно, окей, я еще тоже запутался. Мне весело с этим.
одеваться отлично. Желаю вам и мне встретиться вместе раньше. Этот ремень слишком тугой, мне нужно одеться во что-то другое. Давай в другое оденемся, не проблема. Так, ты чё там уже? Ты чё там уже творишь? Во что ты там одеться собралась? Вернись. Чё ты там одеться собралась? Ты что-то полегче одела, да? Не надо полегче, давай потяжелее. Какие сложные. Я все время на одну кнопку тыкаю. Хотя можно, в принципе, вот так вот делать. Ой, не так, так. Слушай, а ты не замерзнешь? На самом деле прохладно сейчас. У меня реально на улице 5 градусов. Холодина. Мне сейчас присылали недавно видос, как недалеко на самом деле от меня, ну не знаю, 200 километров где-то. Там снег идет просто. Вот почти лето, но уже идет снег. А, я что-то не решил. Просто снег идет. И... Это так мило, я люблю это. Молодец. Отныне это мой стиль. Да он тебе не годится. Спасибо, что пригласил меня. Ты самый лучший парень когда-либо. Спасибо. Только я на самом деле ничего не делал. Давай, куми, куми. Вращайте телефоны, чтобы решить головолом. Ё-моё. Это чё-то максимально. Ха-ха. Да, положение кошки, я знаю. А, йога, это здорово, ты знаешь. Знаете, мы должны вместе заниматься йогой некоторое время. Нет, спасибо, я не откажусь, пожалуй. Так, а тут что дальше? Ух ты ж, ё-моё. Это ноги. Моя голова сломалась, моя голова сломалась. Так, что ты хочешь от меня? А, все, я понял. Чё-то я не вкурил сразу, чё хочет, хотят от меня. Но я вкурил, все. Ну, слушай, ну это уже получше тебе, на самом деле, идет. Сейчас будет тепло летом. Нужно одеваться как-то так. Так, все было правильно. Так, так, так. Так, так. Ну, на самом деле, вообще простой пазл. Здесь нету такого ничего сложного. Я просто чисто 200 кликов взял. Это выглядит слишком глупо для вас? Не-не-не, не будет таким. Это должно быть весело. А, теперь я понятия не имею, люблю ли я тебя или ненавижу тебя. Но по твоей улыбке, я думаю, ты точно не ненавидишь меня, это точно. Это все приятно и весело, пока что не вспотел. Кто не вспотел? Ты не вспотел? Ты мужского рода или женского? Покажи мне, где душ, чувак. Так, мы сейчас в душ идем. А мы до Сайори дошли. Ну давай, Сайори. С тобой все в порядке, Сайори? Мне на самом деле очень сложно сказать, что ей 18. Походу автор это чисто так по приколу написал. Я так рада, что ты решил пригласить меня. Это отличное место. Прекрасное место для отдыха. Вид потрясающий. Отличный отдых от скучной офисной работы. Окей. Там еще кто-то появился. Ну давай. О-о-о. Нет. В
ваш интерес ко мне заставляет меня чувствовать себя смешно в моем животике, но я собираюсь рассказывать вам свои секреты. А, ну ладно, может быть только один секрет. Мне нравится спать без моего нижнего. Ладно, окей. Ну вот, ты сейчас счастлив? Я не счастлив, если так сказать. Черт возьми, здесь так жарко. Она угадала мне, что мне несчастливо. Мне несчастливо. Окей, решено. Мне сейчас, походу, друзья со Стима начнут писать, ты во что играешь, что это такое? О, боже, что тут творится? Я на такое не рассчитывал. Я серьезно, так... Стой, как это? А, это должно быть вот так, да? Да. Что тут творится? Жесть какая-то. Но, на самом деле, вот такие вот игры играть, на самом деле, должно быть прикольно. Я ничего против не имею. Я, может быть, даже постараюсь пройти все части. Если, конечно, вы оцените это... Так, это голова. Оцените это своими лайками, подписками. Я сделаю обязательно продолжение. Их целых 5, по-моему, частей этой игры. И будем надеяться, что мы будем проходить их все. Я бы тоже бы на самом деле вот на расслабончике бы вот так вот поиграл бы. Конечно, может быть, тематика не соответствует моему каналу, но выглядит прикольно. Но почему ты не уверен, что я тебе нравлюсь? Не будь таким, давай я тебе кое-что покажу. Ты меня любишь, все просто. Еще не осознали этого. Что ты мне покажешь? Что ты мне покажешь? Ё-моё, это что такое? Дерево умений, давайте. Удар любви заставляет соседние блоки вращаться на один. Ой, у меня много особенностей. Так, я на самом деле сейчас немножко запутался. Что это такое? Но это не должно быть сложно по плану. Это типа надо угадать? Ну, не так и сложно, в принципе. Так, это было правильно. Не, угадать здесь не проблема на самом деле. Что-то уже кто-то пишет мне. Тут есть блоки, которые нужно угадать. Так вот. Вау, а тут можно приближать. О. Эй, стой. Тут эта плавность меня не очень устраивает на самом деле. Так, так. Так, есть. Так. Угу. Да сейчас без проблем вообще. На самом деле, прошлый твой костюм мне нравился больше. Ты прости меня, но это что-то чересчур уже. Мне такое не нравится. Так, есть. Тут был бы щелчок, когда правильно. Был бы вообще круто. Ура, собрали. А, не весело. Я превращаюсь в одну большую потную девушку. Это моя кожа не может дышать. Приди и отпусти меня, а не просто стой там. Да, мне все равно, нравится вам это или нет. А, тебя опустить. Перевод, наверное, неправильный. Так, Саюри и Куми. А, они уже вместе. Ё-моё, мне что-то все накидывается вообще просто непонятно как. Я начал играть в эту игру, и мне начали скидывать какие-то... Чего за бред?
Короче, я не буду выяснять, что мне скидывают, и говорить, что мне скидывают. Но это уже перебор, походу. Кто-то, видимо, понял, что я играю, и надо подколоться надо мной. Да. Ладно, тут ничего страшного нет. Я надеюсь, мы пройдем эту игру в порядке. Я не высмеиваю, мне нравится аниме. Стиль вот прикольный здесь игры. Так. Что-то вот нога вот так. А их тут две? У нас тут одна. Она тут одна. Как так может быть? Я не знаю на самом деле, куда девать очки умений. Ой. Ой! Опа. Не, прикольная реализованная игра. Мне нравится. Тут чисто игра нравится. Так, а тут наугад, да? А, вот она. Есть. А где вторая? Да, прямо сейчас вы можете называть меня нервной девушкой. Ну, тебе не похоже. Когда она уже придет? Я сказал, мне писать будут. Я сказал, что мне писать будут. Я сказал. Сейчас, стой, я хочу... Сейчас. Я не буду говорить, что мне написали, но... Это ж, на самом деле, это плохое слово, но... Но я же сказал, мне напишут. Ладно, так, а это как понять? А, вот их и две уже. Там сейчас, по-моему, будет очень жестко, на самом деле. Вот это мелкое разбирать. Мне просто смешно, что меня друзья начинают не понимать, что происходит. А это как? Так, скорее всего. Да. Сейчас бы все друзья еще в сети оказались, вообще было бы, да? Незаменимое удовольствие. Так, так должно быть. Хвост вот так. Вот так. Что еще не так? Это не так. Так, хвост не так. Поверни его наверх. Вот все правильно. Или что-то где-то неправильно. Вот. Все. Так. Началась жесткая игра. Так. Так. Есть. Так, мы жестим просто. Так, так, так. Давайте поддержим это видео лайком, подпиской, и обязательно будет прохождение всех игр Саюми, по-моему, они называются. Вот. Потому что это первое только называется не так, как должна, наверное, быть. Но автор не предполагал такую популярность этой игры. Так. Тут стало все очень-очень сложно. Так, оп, оп. Тут как бы не сложно в том, что сложно, здесь просто нужно быть внимательным, потому что двигается, и это усложняет... Боже мой, это так странно выглядит. Так стрёмно выглядит. Так, оп, оп. Ой, она получает наслаждение, походу, от своей подруги. Я надеюсь, здесь не будет никаких сцен, которые нужно будет вырезать. Потому что пока что все в порядке.
Так. О, экспириенс какой-то получил. Пока что здесь все окей. Я надеюсь, дальше будет тоже все окей. Хотя, ну, мне вот достался этот бандл, и это прикольно. Поиграть, насладиться. Я никогда в такое не играл. Точнее, я пытался поиграть. Я помню, когда-то у меня на канале было прохождение, но я что-то загнулся и не решил дальше проходить. Что-то высмеял полностью игру. Это было очень-очень плохо. А сейчас все очень-очень хорошо. Я уже 700 кликов сделал. Вы чё, вообще, что ли? Так, волосы сюда, сюда. Так. 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 И что-то где-то еще. Что-то где-то еще не совпадает. Скорее всего, где-то здесь что-то не совпадает. Может, это? Да, реально это не совпадало. Видишь ли, я занятая девушка. Не всегда могу быть там, где мне нужно больше всего. Но я пытаюсь. Это хороший парфюм. Они влияют на меня так же, как валерьяна. Если ты понимаешь, о чем я. А, бухло. Вы знаете, верно? Да, знаю. Так, Сюари Куми, это просто жесть максимальная. Вы давайте в следующий раз как-то... Ой, тут надо телефон переворачивать. Ой. Так, здесь, судя по всему, ноги, да? Или как это понимать? А, нет, это коленка. Это коленка. Нужно сначала какую-то часть небольшую собрать, чтобы понять, что здесь происходит. Так, ну пока что здесь все ходит максимально непонятно. Вот лицо соберем. Я по-любому знаю, что оно должно быть таким. Да. Да. Так. Вот тут я вообще не понимаю, что нужно делать. Нет. Так? Нет. Это должно где-то совпасть с чем-то. Вот это коленка. И... А, так тут ёлки-палки. Так, мне нужно это перевернуть. Да. Это перевернуть. Уже сразу становится похоже. Так, вот так вот перевернуть. И... Скорее всего, вот так вот. Да. Я молодец. Вот как только уже подобрал нужный ракурс, все становится явным. Блин, я все время проворачиваю кучу раз. Зачем я это делаю? Так, вот так, и... Ура! Мы собрали. Это не мой стиль, я понял. Ну ты же знаешь меня, я сделаю все для тебя. Для меня не надо ничего делать. А, ну ты шутишь, так шутишь. Подожди, где мой любимый котенок? Не говори мне, что она тоже надевает одну из этих сумасшедших кожаных нарядов. Да. Жесть. Так, они тут теперь вдвоем. Так, ребята. Иногда вы можете получить зеркальное изображение кусочка головоломки по среднему щелчку. А. Зеркальное? Это как понять зеркальное? Так, лицо сначала собираем, потому что...
Опа. А-ха-ха-ха-ха! Тут еще сложнее стало! Сложнее стало тем, что они еще, оказывается, могут быть зеркальные. Вот это жесть. Это жесть. Ну, на самом деле, не такая жесть, как предполагалось. Но стало посложнее. Чё, так реально? Ой-ой-ой. Оу. А, вы за руки держитесь, все в порядке тогда. Так. А, тут все было правильно, да? Или нет? Я запутался. Помогите. Так. Так, с хвостом что-то не так. Это, то есть, это неправильно. Опа. Во-во-во-во-во, полегче. Как так получилось-то? Вот так. Вот так. Так. Вот так. 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 Фух. Горим. Так, здесь по-любому наоборот. Вот так, да? Тяжело идет. Вот так. Голова напряглась у меня уже. Вот такого. Так, все окей. Только не говорите, что тут все рандомно происходит. То есть разработчик заранее не был предугадан того, как это будет выглядеть. А здесь типа само по себе путает. Опа. Вот когда оно реально становится, становится стрёмно от того, что это, блин, реально так получается. Я, конечно, сказал все непонятно, но у меня же рука болит от кликов. Так, оп, так. Так, еще хвостики. Есть. Все? Все? А! Ёлки-палки, не заметить вообще просто. Мне нравится, как плотно он сидит на тебе. Она, по-моему, в стрессе максимально. Вы должны носить это каждый день. Носи на работу, это было бы прекрасно. Ты меня заводишь, девочка. Она в ахуе просто от того, что тут происходит. Так, еще Джия какая-то. А их много здесь? Возраст 22. Сейчас тут такая жесть начнется, я просто предполагаю, это просто жесть будет. Так. Так, дерево умений есть какое-то. Как прокачивать? Требуется удар любви на уровне 5. Давайте прокачаем здесь все просто. Чисто я не знаю. Чё тут происходит? Оно типа само? Ой, а ты прикольно выглядишь. Мне нравится. Я в тебя на десктоп бы поставил бы, честно. Только я пока что вверх вижу, я не могу предполагать, что ты там снизу вытворяешь. Что-то булькнуло. Вау. О. Я что-то прокачал, что не знаю. И сейчас такой в офиге от того, что происходит. Опа.
Оно тут само типа переворачивается. Так, а вот нога неправильно. Так, так. Оно само. Прикольно. Хук-то заправлен куда-то. А раньше я приносил бейсбольную биту на работу. Биту на работу в офисе. Я когда-нибудь рассказывал тебе эту историю? Перевод, конечно. Это правда, мне пришлось. Я имею в виду, это действительно мотивирует, вы знаете. Веселые времена. Жесть. Так, дерево умений. Вот это заставляет волшебный дождь падать через загадку, падающий капель, есть шанс выполнить вращение в части, на части головоломки. Окей, сонар производит волны, которые имеют шанс решить отдельную часть. Вот это, наверное, стоит. Так, воздушный удар заставляет любовные ракеты наносить удары в следующий... Чё? Это чё? А, это заставляет посмотреть на картинку. Как она должна типа выглядеть, да? Ну тут нету ограничения по времени, мне это нравится. Вау, оно круто, кстати, делается. Что за капельки? Он вращает те, которые неправильные, и может быть они есть шанс того, что попадут туда, куда надо. Да. Это прикольно. Хорошо, что здесь не надо поворачивать ничего. Ё-моё, как тут происходит все. Так, тут что-то где-то не так. Или все так? А, вот так не так. Вот когда такое происходит, это вообще идеально. Тут сейчас быстро все соберем. Вот так. Так, так, так. Так. Опа. Все, собрал. А вот еще. Однажды мы должны посмотреть фильм ужасов. Нет, спасибо. Вы знаете, с объятиями как есть старший страшный момент. Да, я симпатичная кошка, и ты ей нравишься. Спасибо. Так, их тут много, я так полагаю, наверное, будет. Так, у меня есть навыки, да? Два навыка. Дерево умений. Окей, прокачаем. Что это такое? Он типа восстановил? А разве это мы не решали уже? Или ты переоделась просто? Или ты просто переоделась? Мне кажется, ты просто переоделась. Сейчас там ракета прилетит, да? Это все пассивки, да? Это все пассивки, получается. А это надо использовать самому. Ну это фигня какая-то, вот эта пассивка, это фигня какая-то. Оу. Чё ты там творишь? Я чё-то сейчас разгадаю, посмотрю, что ты там творишь. Ой-ой-ой-ой-ой, как тут все жестко. Воу, все решили. Нет, нет, позволь мне надеть, это не намного, немного. Чуть-чуть перевод, конечно, максимально просто. Если ты не находишь сексуальным, когда кошка носит твою одежду. Это не моя одежда, мяу. У меня такой одежды нет. Я тебе честно отвечаю, нет такой одежды. Так, так, очки, навыки, давай. Прокачиваем. Это что, землетрясение? Просто заставляет все части головоломки полностью перемешиваться. В конце концов, определенный процент частей головоломки становится решенным. А это типа ты потряс все, и у тебя то, что решилось, то решилось. То, что не решилось, то не решилось. Так, опа. Так, ты что-то там переоделась, походу, жестко прям. Тут, кстати, что-то где-то прокачивается на уровень... На... А, это типа... Уровень? Не понял, не понял. Что за прикол? А внизу есть типа шкала какая-то, она заполняется. Она типа уровень дает, получается.
Так, все тяжело идет. Ой-ой-ой-ой. Что там такое? Ракета прилетела. Решила за меня головоломку. Так, что у тебя с коленкой? Есть. Я не танцую, мне жаль, но я знаю некоторые приятные движения. Я знаю, как сделать так, чтобы парень заметил меня. Хорошо, давай пока не останавливаться. У меня есть еще несколько нарядов. Давай, погнали. Так, еще два, да? Ну, погнали. Так, что тут за жесть происходит? Как это использовать? Что это такое? Удар любви, процент шанс, диапазон критических ударов. А, он типа решает за меня. Понял. Ну, то есть я его должен сам использовать, это не пассивка. Я обычно с лица начинаю, потому что лицо быстрее. Можно понять, как сложить. Опа. Так. Ракета прилетела. Что-то решила за меня. Так. Так, хвост здесь, все в порядке, это тоже в порядке. Кстати, стало очень просто сейчас решать вот это все после того, как... Так. После того, как я купил эти перки, все стало намного-намного проще. Так, так. Так. Так, это было правильно. Ну, надо было не. Все, оно решилось, да? Так, что-то... А, вот. Как тебе это сейчас нравится? Хорошо, плохо? Так себе, так себе. Ну, тебя трудно осчастливить, ты знаешь. Я навсегда помещу тебя в мою френдзон. Молодец. Френдзон. Так, ну что, это последнее, да? Стоп. Я уже думал, тут надо мылить будет. Я же думал, надо будет мылить. Ай, блин. Она постоянно в одной позе. Мне это не нравится. Остальные были еще в разных позах, а это в одной позе. Мне не нравится. Так, что тут произошло? Что-то нашли под водой морское. Существо какое-то. Я уже думал, здесь придется мылить. Все. Ладно, повезло. Окей. Я надеюсь, в этой игре такого не будет. Очень на это надеюсь. Это жесть. Оно, кстати, иногда не стабилизируется, и ты... Одежда тесная, слишком туго. Ладно, посмотри немного дольше, и все, я снимаю это. О, тебя это порадовало, верно? Нет, не, вообще ни капельки. Вообще ни капельки. Нажми клавиши вверх-вниз для просмотра фотографии. Нажмите развернуть, чтобы войти в кинематографический режим. Кинематографический режим? Хорошо. Что за кинематографический режим? Это пипец. А как выйти из него? Чё, всё? Я игру прошел? А я чё, игру прошел что ли? Я реально игру прошел, потому что больше ничего нет. Все, я прошел все. Так, ну да, я прошел всю игру, получается.
Окей, дерево умений. Уровень 40. Достижение. Готово, готово, незавершенный. Кликов надо было 1500 сделать. 3000 кликов. Это тут на достижение идти, конечно. Тут есть какое-то достижение, которое я вообще не начинал делать. Кто-то, походу, не думал, что я так быстро закончу эту игру. А есть достижение по окончании игры. Это что? Rain Blocks. Судя по всему, я прошел игру. Вот, я не смог выполнить больше всего. Остальное все прошел. Ладно, тогда я думаю, мы будем уже смотреть на вторую часть этой игры. И тогда уже будем решать, будем дальше смотреть или не будем дальше смотреть. Ладненько, ребятки, спасибо, что смотрели это видео, надеюсь, оно вам понравилось, и вы оцените его лайком и подпиской на канал, а также не забываем про колокольчик, чтобы быть в курсе новых видео. Ладненько, ребятки, давайте, всем удачи и пока!